Здравствуйте, уважаемые слушатели! Добро пожаловать на канал Эзотерика для тебя. Друзья, у нас сегодня гороскоп на 25 октября. Фаза Луны 25 октября – это будет убывающая Луна, будет 27-й лунный день. В знаке Зодиака Луна будет находиться, в знаке Дева. Луна будет без курса 25 октября с 15 часов 59 минут до 23 часов 20 минут. Новолуние будет 28 октября, а полнолуние 12 ноября. Ну а теперь у нас наш гороскоп, как всегда, на каждый день. Итак, начнем мы с Овнов. Уважаемые Овны, сегодня нужно во что бы то ни стало завершить начатые проекты и идеи, так как сопутствующая удача вскоре отвернется от вас. Не стоит давать невыполнимых обещаний и дарить пустых надежд. Это приведет к разочарованиям. Сегодня, 25 октября, Овнам не придется ждать особых побед на личном фронте. Вполне вероятно, вспомнятся прошлые конфликты и недомолвки. Далее, друзья, у нас по гороскопу Телец. Уважаемые тельцы, ваши силы далеки от состояния равновесия, поэтому не планируйте никаких начинаний и не стройте новых планов. Им просто не суждено сбыться. Гороскоп говорит, что тельцам не стоит сегодня давать советы, так как, скорее всего, они будут лишними или приведут к негативным последствиям. Этот день лучше всего провести в компании близких друзей и родственников. Ближе к вечеру произойдет ссора с вашим ребенком. Далее у нас гороскоп для знака зодиака Близнецы. Уважаемые Близнецы, сегодня рекомендуется заняться творчеством, затеять ремонт или же просто отдохнуть за городом. Также стоит уделить время самопознанию и изучению чего-то нового. Сегодня, 25 октября, Близнецам нужно воздержаться от незапланированных расходов. Впереди их ждет масса финансовых сложностей. Далее, друзья, у нас по гороскопу Рак. Уважаемые раки, не предпринимайте в этот день никаких решительных поступков, способных отразиться на вашем будущем. Скорее всего, сегодня ждет много вас сложностей, в том числе и в семье. Гороскоп считает, что именно раки станут причиной раздоров и ссор. А вот домочадцам не хватает вашего участия и понимания. Далее гороскоп для знака зодиака Лев. Уважаемые львы, сегодня вас ждет небывалый подъем сил, который поможет вам притворить в жизнь самые сокровенные мечты и планы. Именно 25 октября львы могут быть очень удивлены ходом событий, поэтому постарайтесь уделить время отдыху, несмотря на всю вашу загруженность. Далее у нас гороскоп для знака зодиака Дева. Уважаемые девы, принимайте решения в этот день со всей ответственностью, и они окажут большое влияние на вашу судьбу. Не стоит искать новые пути решения проблем и браться за работу, в которой не являетесь вы профессионалом. Таким образом, гороскоп хочет уберечь дев от многих трудностей и недоразумений. Далее, друзья, у нас Весы. Уважаемые Весы, сегодня вероятны внезапные расходы и приобретение ненужных вещей. Не идите на поводу своих прихотей и постарайтесь не совершать необдуманных покупок. Сегодня, 25 октября, Весы могут потерять то, что стоит намного дороже денег, поэтому не нужно их ставить во главу угла. Далее, друзья, у нас гороскоп для знака зодиака Скорпион. Результаты прошлых провалов и неудач окажут самое серьезное влияние на ваше будущее. Гороскоп говорит, что для решения возникших сложностей придется отложить все текущие дела или выделить из бюджета некоторую денежную сумму. Это может привести к возникновению недомогания между супругами. Далее у нас гороскоп для знака зодиака Стрелец. У женщин, родившихся под этим знаком зодиака, сегодня ожидается подъем жизненного потенциала и удача во всех делах, в том числе и в личной жизни. Сегодня, 25 октября, мужчины-стрельцы будут недовольны своими успехами из-за переизбытка энергии. Далее гороскоп на 25 октября для знака зодиака Козерог. С утра этот день, скорее всего, нельзя будет назвать хорошим и удачным. Вас ждет решение сложных задач, требующее максимум концентрации и провокации в ваших отношениях. Поэтому гороскоп советует вам призвать на помощь все ваше терпение и лояльность, присущая им. Далее гороскоп для знака зодиака Водолей.
Уважаемые водолеи, звезды вам обещают достижения, вам сегодня достижения покоя и умиротворения. У вас получится отложить в сторону все мелочи, которые накопились в последнее время, и заняться именно саморазвитием. Сегодня 25 октября водолеи, возможно, получат помощь совсем неожиданной стороны, которая может развиться в долгие и даже крепкие отношения. Проведенное время в кругу семьи избавит от усталости и напряжения. Далее у нас гороскоп для знака зодиака Рыбы. Уважаемые рыбы, если вы давно задумывались о получении новых знаний, например, изучить вам незнакомый язык, то этот день будет самым удачным стартом. Также сегодня высоки шансы достичь немалых высот и в спортивной карьере. Гороскоп утверждает, что природное обаяние рыб и развитое внутреннее чутье помогут завести новое романтическое знакомство, которое вполне возможно перерастет в настоящие чувства. Вот такой, друзья, у нас гороскоп на 25 октября. Ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя, друзья. Подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео на канале. У нас постоянно выходят новые интересные видео. Ну а мы с вами прощаемся, друзья, и услышимся уже в следующем эфире. Пока-пока!